Махорка, спасибо большое за донат с текстом. Моисей, что это за жанр? Мне нравится. Мальчик Дима, 33 годика. Абрикоса, гольфы со смайлом. Слушаем. Абрикоса. Чё, нихуя себе, блядь. 500к подписок, 1 000 000 просмотров. Я впервые вообще в жизни вижу, слышу, не знаю, что это. Здравствуйте, Алёша выйдет? Лёша не выйдет, Лёша в армии. А, понятно. А завтра... Ясно. Короче, только что мы слушали гранж, это уже пошел кринж такой, как бы. Есть, ну, такое тоже вот, как бы, направление альтернативного рока. Вот, оно появилось. То есть, если гранж появился больше, скорее, в Сиэтле, это Seattle Sound, это там Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, The Pearl Jam, Stone Temple Pilots, это L7, это Screaming Trees какие-нибудь, там еще что-нибудь. Вот, то это кринж, как бы кринж появился как жанр скорее уже в России, в Москве тоже, в других каких-то городах, то есть по-разному. Вот, он чуть-чуть похож на гранж, но немножко отличается. На самом деле нет, это типа, ну, поп-рэп-рок новой волны, но пригранжованный, то есть на самом деле, ну, прикольный даже пока. Неплохой. Сначала делаю, думаю, после меч ответов больше. Ну, не прям кринж-гранж, как бы. Это чуть-чуть отдающий приятной гранжовостью, но это просто поп-рэп-рок новой волны. То есть это то же самое, по сути, что, блядь, Кис-Кис, что чел, который там фотографирует закат, что, блядь, там, ну, чуть лучше, но типа как пошлая Молли, там, вся вот эта вот залупа. То есть... попснявый рок, сделанный зумерами, вот этот весь. Вот я не знаю, как его как бы одним названием коротко назвать, но там везде примерно одинаково звучат и сделаны барабаны, примерно одинаково звучит и сделан вокал. И вот эта песня в этом жанре. Но ее чуть-чуть отличает то, что... Не знаю, что... Конкретно здесь есть вот так вот Нирвана, вот так чуть-чуть. Вопросов от ритма жизни башню сносит. Я, ну и женский вокал. Не ношу. У меня пакет из бершки и футболку наизнанку. Я надела в спешке. Пофигу, кто что скажет, метки. Дора там всякая. Момент каждый очень важен. Жизнь это всем докажет. Белые кроссы, гольфы со смайлом. Я танцую по травам. Делаю стори для твоей мамы. Дрянь, я в черном бандаре. Белые кроссы, гольфы со смайлом. Я танцую по травам. Делаю стори для твоей мамы. Короче, смотри, получается, на гитаре Курт Кобейн, на драм-машине, просто драм-машину запрограммировал чувак, который фотографирует закат. На вокале, блядь, Валя Карнавал. И на... Ну, и басист нахуй вообще кому нужен, его нет просто. Он там что-то... Тут айспик прорезался, видимо. Вы что гоните, лажа какая-то? Ну-ка, отмотайте назад. Короче, вот зумер-рок, типа, они умудряются делать так, что голос очень громко, а текст все равно нихуя непонятно. Вот, я наоборот делаю. То есть, чтобы голос был пиздец как тихо, и текст все равно было понятно. Не, басист, ну, лупит нормально. Просто про бас ничего нельзя сказать вообще. Он просто есть, и все. Белые кроссы, гольфы со смайлом. Я танцую по травам, делаю сторис для твоей мамы. Дрянь, я в черном бандаре. Белые кроссы, гольфы со смайлом.
бандана, ма. А, дрянь я в черной бандане, господи, блин. То есть вот так вот как-то, типа, даже соло есть. Ну да, там какое-то есть. Не, ну типа, на самом деле, кстати, не прям ужасно, неплохо. Такой просто, типа, как бы, зумер поп-панк. Ну, не знаю, то есть... как-то конкретизировать... этот жанр более точно, наверное, нельзя, потому что вопрос в донате был, типа, Моисей, мне 33 годика, мне нравится, типа, что это за жанр. Ну, это вот этот жанр, то есть тут просто прикольный, пронзительный такой приятный голос, типа, удивиться. То есть так же, как у, там, Вали Карнавал, я почему ее вспомнил? Блять, потому что похож тембр голоса, на самом деле. То есть у него вот примерно так же все работает. Он противный, типа, она не особо петь там умеет, но... Я люблю его, он моя рада. Ну, типа, гитара при этом есть еще. Вот то же самое, только... только есть гитара, и только это, типа, как бы рок. Роцк. Вот. Хоть немного. Не, это... ну, типа, я бы в плеер не добавил, но, короче, ну, не знаю... если бы играла какая-нибудь одна такая песня где-то там фоном когда-то на какой-нибудь тусе, или вот мы бы с Дашей играли в Майнкрафт, и она бы что-то такое врубила, я бы такой, ну ладно, типа, норм. Но что-то еще посоветовать именно в духе этого? Короче, надо искать, типа, именно зумерский поп-рок с женским вокалом каким-нибудь, с девчачьим. Ну, все равно из-за вот этой, короче, задористости такой, вот хуёристости есть в этом вот прикол такой музыки. То есть это то, что в ней подкупает, то, что в ней радует. Вот. Ну, чё посоветовать, хз? Вот. Всё, спасибо большое за донат. Абрикоса. Называется музыка. 30-летним сыча. Так ты чё, Дору тоже, типа, слушают только как бы работяги с завода там и все такое. То есть там cute rock, хуё-моё, а на самом деле под... заходишь в любые комменты под Дорой, под френдзоны, типа, блин, вот с мужиками сегодня сталь варили, охуенно нас разъебал, типа, дис Maybe Baby, блядь, на... кого, блядь, я забыл. Вот. Нормально, мы сейчас как бы вот просто находимся в том таком... А, на инстасамку, блядь. Мы находимся в том переходном этапе сейчас с вами, вот к тому там 25 лет, больше и так далее. Вроде бы уже пора задумываться о том, с помощью какого воздуховода ты будешь делать приточную вентиляцию у себя, там, в сортире или на даче, или еще что-то, и типа, ну, там, как, значит, там, какую резину ты поменяешь себе на свою машину, но ты все еще хочешь быть унитазом Дора. То есть вот переходный этап. Вот, наверное, это даже нормально. Послушать такую музыку.